Итак, всем привет, всем здравствуйте. Сегодня я выбежал на кулачке, попробую погангать. В общем-то, как-то так будем делать вещи. Я надеюсь. А может быть и нет. А может быть и нас будут делать. Так, кто у нас? Сын, амазонка, предводитель и... И кто ты? Вампир, что ли? Короче, непонятный тип. А у них тоже ВДВшник есть, и нага есть, и сын есть. Ну, в общем-то, у нас, в принципе... А, у них еще тенька. В принципе, у нас все одинаково, помимо теньки. Тенька, конечно, может сделать много гадостей нам. Детвора там у меня под окном воюет. Не могут поделить. Кстати, всех с праздником. Христос воскрес. Сегодня Пасха. Скоро я буду уходить. На природу поедем. В общем-то, все как у людей будет. Главное не напиться. А то все. Все испортится сразу. Так. Сынишка. Ушел, гад. Он гаденыш, а? Убежал. Там, в принципе, осталось ему на один раз. Ай-яй-яй. Да что же это такое-то, а? Так. Так, глиф невидимости. Ой-ой-ой. Вдвоем на меня напали, втроем. Сейчас меня заберут. Нет. Не забрали. Зато я его заберу. А вот как-то так. Так, ну какую-то чушь несет этот клоун, вигнорчик его. Не хочу я всякую чушь слушать. Одни специалисты и мастера здесь сидят, играют. Текс. Так, ну золотой пак я пока брать не буду. Ай, да что ж такое-то, а? Откуда они взялись, блин? Так, бежать на данж. Так, что у нас вообще здесь? 5-4, в общем-то, они ведут по прайму. Примерно у нас одинаково. В общем-то,
Душелов у нас немножко рак, я так вижу. Частенько бедный никак не справится. Ну, они держатся вместе, молодцы. У нас какой-то разнобой. Каждый играет сам с собой, то есть. И, в общем-то, от одного меня здесь мало чего зависит. Может быть и зависит, но я один это все исправить не смогу. Как вы сами это все прекрасно понимаете. Это командная игра, и ни хрена ты сам здесь не вырулишь. Если, даже если очень сильно захочешь, хрен ты что сделаешь. Так, в общем, толпой они сюда бегу, да, я так понимаю. Да. И тут внезапно появляюсь я, забираю амазоночку. И меня сейчас заберут. Да, душелов, конечно, хоть бы немножко помог где-то как-то. Так, Вигнор и его тоже такой бред пишет. Ужас. Что за люди попадаются у меня здесь? В команде. Так, сынишка, иди-ка сюда, друг. Так, башня здесь еще стоит, да? В общем, слинял он. Гаденыш такой мелкий. Все-таки заклевали меня. Так. Стойкость 9. Возьмем, ух ты, возьмем вот
это. Мне нужна сейчас стойкость. Так, а внизу нага. Пойдем попробуем нагнуть его. Сначала попробуем сделать это стенкой. Ну, и нага тоже приехал, походу. Как-то так. Так, кто мне сюда бежит навстречу? Никто. Значит, амазонка приехала, я так понимаю. А может быть и нет. Да, наверное, приехал я все-таки. Мешается мне этот ВДВшник, конечно. Ну, внизу, видите, я играю здесь сам. Хожу, бегаю. Ну, здесь все наточены на ботов, на башни, все. Ну, жесть, команда, конечно, у меня несерьезная. Особенно сын, это вообще ужас. И предводитель. Да все вообще, посмотрите на... Что происходит. Это, Верочка, наверное, слив, я так думаю. Да бейте ж вы его. В общем, не буду я себе портить нервы, все. Пускай будет как есть, ничего ты не исправишь, ничего не сделаешь. Ну, раки. Вот такая вот ситуация. Меня тенька подсветила. Молодцы, красиво сработали. Хотели сработать, вернее. Куда ты убежал, ВДВшечек? Иди-ка я тебе сейчас покажу. Кто здесь рулит? Так. А где-то тут сын на меня уже метку кинул.
Так, есть такое дело. Так, надо нагу бежать забирать. Иначе никак. Так. Сын убивает сына. Брата убийство. Да, ребят, кулак — это жесткая имба в прайме. И больше ничего не скажешь о нем. Сын, ну ты запаришь меня, а, друг? Так, в общем-то здесь делать нефиг, наверное, пока. Ну вот башенка, сейчас ее постараюсь добить. Видите, моя команда ходит где-то, гуляет. Как бы, не знаю. Ну, в общем, как-то так, ребят. Убежала. То есть я уже прокачался, 28 уровень, меня уже вряд ли остановишь. Я могу сейчас смело идти и бомбить их и храм, все, и меня не остановят уже. Ну я храм не пойду бомбить, пойду побомблю на амазоночку, попробую снять. Чисто так, для души. Так, нага, давай я тебя накажу чуть-чуть. Не дал мне фраг этот взять.
Ладно. А, ты кулак еще здесь. Я думал, ты уже в АФК. Ладно, будем заканчивать бой. Всем спасибо за внимание, дамы и господа. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.